Третья по величине страна по майнингу криптовалют может сейчас уже сместиться. Дело в том, что Центральный банк Российской Федерации добивается запрета на инвестиции в криптовалюты и не только. Здесь еще и говорится речь о майнинге криптовалют. И здесь стоит отметить, что банк заявляет, что лучшее решение — ввести запрет на добычу криптовалюты в России. Напомню вам, что 13 октября Россия вышла на третье место в мире по майнингу биткоина. На первом месте стоит США, на втором — Казахстан. Говоря о том, что же сейчас следует ждать криптоинвесторам и майнерам, и какие могут быть последствия, вы узнаете в этом видеоролике. Что касается рынка криптовалют, что касается биткоина, здесь мы после данных заявлений видим спекулятивное падение не только биткоина, но и всех других криптовалют, потому что они идут вслед за ним. Ну и естественно, сам рынок похудал на 200 миллиардов долларов, его капитализация составляет 1,800 миллиардов долларов, то есть 1 триллион 800 миллиардов. Если мы говорим про, опять-таки, стоит этому ли доверять, дело в том, что источник в Центральном банке уже усомнился в серьезности планов по запрету криптовалют. И здесь стоит отметить, что публикации доклада о запрете криптовалют в России могут быть неявные мотивы. И заявил об этом источник в Центробанке. К настоящему времени публикация уже была удалена с сайта издания, однако она осталась в кэше Google и RS-ленте. Стоит также отметить то, что никакой информации о разработке реальных законодательных инициатив о запрете криптовалюты у нас не рассказывали. Я думаю, что это сделано исключительно с целью обсуждения и сбора мнений от представителей рынка. Ну и важно кому-то просто надо поднять этот индекс, в чем более спорными будут вопросы, тем лучше будет цитируемость. Ну и просто провокационное заявление, которое никакой сути не имеет, на потуги нашего Центробанка никто никакого влияния не обратит. Кстати, спонсор данного видеоролика. Криптовалюта — это очень нестабильная и волатильная вещь. Для того, чтобы тут быть в плюсе, необходимо постоянно рисковать. Но зачем мучать себя постоянным мониторингом рынка, а попытками словить точку входа, тратить кучу нервов и в итоге уходить в минус? Если ребята из Lixl.com создали универсальное решение для криптоинвесторов, желающих обеспечить себе стабильную прибыль. Одни из лучших проверенных трейдеров крипторынка сделают это все за вас и, более того, обеспечат вас стабильным высоким доходом по вашей инвестиции. Проект Lixl.com – это гарант постоянной высокой прибыли в крипте. Рекомендую подробно ознакомиться с проектом по ссылке в описании под роликом. Стоит также отметить, что действительно за последнее время, конечно же, Россия не раз сталкивалась с тем, чтобы, конечно, заблокировать криптовалюты, ограничить майнеров и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, после того, как здесь в Китае был непосредственно запрет, конечно же, по примеру Китая, здесь уже говорят, что запрета не будет. Но, тем не менее, после запрета в Китае с весны по, значит, лето этого года, конечно, много майнеров, они, конечно же, переселились в так называемую Россию, да, и по большей части они находятся в Иркутской области, после чего ее власти стали, конечно же, жаловаться на резко возросшие объемы потребления энергии. Если мы, опять-таки, говорим про то, какие есть объемы у России, то по данным банка активные пользователи криптовалюты — это россияне. Они имеют годовой объем транзакций около 5 миллиардов долларов. И это определенно теневая экономика, которую бы Россия хотела бы, конечно, обложить налогом. Поэтому здесь больше речь идет, и больше я верю в не запрет, а все-таки обложение налогами майнеров, трейдеров, инвесторов и так далее. Банк России заявил, что майнинг криптовалют создает проблемы с потреблением энергии. Биткоин и другие криптовалюты добываются мощными компьютерами, которые конкурируют с другими, подключенными к глобальной сети, для решения сложных математических головоломок. Процесс потребляет электричество и часто работает на
ископаемом топливе. Поэтому здесь определенно стоит отметить, что центральный банк, который планирует выпустить собственный цифровой рубль, заявил, что широкое распространение криптоактивов, оно ограничит суверенитет денежно-кредитной политики, поскольку для сдерживания инфляции необходимы более высокие процентные ставки. И также интересный факт, что в августе прошлого года на Россию приходилось более 11% мирового хешрейта, что еще раз подтверждает то, что многие майнеры с Китая перебрались именно в Россию. Ну а сейчас Россия, конечно же, спохватилась и хочет, если не запретить, то определенно наложить на все это дело налог. Ну а по поводу биткоина и всех криптовалют, сейчас, конечно же, у нас опасная ситуация. На недельном таймфрейме мы вышли за трендовую линию, и здесь уже не пахнет накоплением, а пахнет, конечно же, падением, потому что здесь уже мы ушли ниже 40 тысяч долларов. Это психологическая отметка, очень важна для быков. Они должны удержать эту цену, чтобы хотя бы у нас был, в принципе, таргет по биткоину, там район 47 тысяч долларов, 50 тысяч долларов, чтобы на этом можно было бы сыграть. Но на самом деле сейчас мы видим, что падение продолжается, и оно стало уже на месячном таймфрейме более агрессивно. Но не такое агрессивное, которое было, например, в декабре месяце. То есть оно, как ни крути, отстает на 7%. Потому что в декабре биткоин упал на 27%, в этом месяце на 20%. Конечно, еще не конец месяца, у нас остается больше недели. И поэтому здесь еще мы можем, конечно, посмотреть на то, как дальше биткоин будет реагировать и насколько сильно он может упасть. Ну а что вы думаете по этому поводу? Ну и очень интересное наблюдение состоит в том, что когда Китай запретил биткоин, то падение в мае тоже вызвало такую же картину. И индекс страха находился на примерно, конечно же, низких значениях, около 20, как и сейчас, порядка 2 месяцев. То есть это может означать, что мы декабрь, январь и, возможно, частицу февраля пробудем в страхе и никакого роста биткоину не ожидать. Но и если, в принципе, мы здесь продолжим падение, то скорее мы упадем в район 35 тысяч долларов. Это у нас будет новой поддержкой. И, соответственно, отсюда уже биткоин вполне может себе начать корректироваться. То есть корректироваться к уровню 50 тысяч долларов и, возможно, выше. Но, как вы думаете, стоит ли ожидать такую картину? Какие есть, в принципе, у вас на это мнение? И что вы ожидаете от российских властей? Я все-таки ожидаю это налогообложение, самое нормальное, что может быть, а не запрет. Всем удачи, всем пока и до новых встреч. Интересный перспективный проект для хорошей прибыли в крипте lixl.com. Ссылка в описании под роликом.